Нехороший человек. Незнакомец, незнакомец, мы не знаем, он какой. Может, человек хороший, а быть может, он плохой. А быть может, он плохой. Да мне мама говорила, говорила мама так, чтобы я не отходила от знакомых ни на шаг. Кто-то должен быть с тобою, раз тебе немного лет. Мама, папа, тренер, доктор, воспитатель, логопед. Незнакомец, незнакомец, мы не знаем, он какой. Может, человек хороший, а быть может, он плохой. А быть может, он плохой. Если ты один остался, без присмотра оказался, в банк, аптеку, магазин поскорее заходи. Обратись к тому, кто в форме, назови ему, что помнишь, мамин номер телефона, как зовут и адрес дома. С незнакомым человеком никуда нельзя ходить. С незнакомым человеком осторожным нужно быть. Незнакомец, незнакомец, мы не знаем, он какой. Может, человек хороший, а быть может, он плохой. А быть может, он плохой. Звезда. Машет ленточкой гимнастка, грациозно и легко. Фокусник, как будто в сказке, раз и вынул кролика. А скрипачка заиграла, целый мир очаровала. Все кричат: вот это да, настоящая звезда. Я бы тоже так хотела, если б только я умела так красиво танцевать и на сцене выступать. Так красиво танцевать и на сцене выступать. Чтоб меня увидеть в зале, в восхищении все кричали: ого-го, вот это да, настоящая звезда. 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 Мама, это тебе. Спасибо, какая красота! Мне очень приятно. А теперь купаться. Фу, не хочу купаться. Да ты что, купаться? Это же так здорово! Смотри, какая пушистая пенка! Ого, как вкусно пахнет! Клубничная! А голову мыть обязательно? Конечно, но не бойся, этот шампунь не щиплет глазки, ведь он сделан специально для малышей. А еще шампуни можно делать смешные рожки, это так весело! После купания наносим крем, чтобы кожа была мягкой и нежной. А кто слушал, молодец! Он уже спит? Эта пенка для ванны отлично успокаивает перед сном. Мам, кажется, мне тоже пора купаться!
Хочешь такую же косметику? Попроси родителей купить ее на Валберис или Озоне. Чтобы планету не засорять, мусор учитесь, друзья, разделять. Банка, тетрадка и сококоробка, все отправляется в переработку. Лес долго рос и ветвями качал, чтобы картинку ты нарисовал. Помни, бумагу нам нужно сдавать, кто-то на ней нарисует опять. Видишь значок, алюминий металл, пусть нам послужит еще материал. Пластик бывает различный, но знай, крышки, бутылки, пакеты сдавай. Эта коробка совсем непростая, в ней молоко иногда покупаем. Вымоем, сложим и в бак отнесем, так мы природу с тобой сбережем. В банке клубничное было варенье, банку стеклянную сдать без сомнения. Сделано! Вот мы с тобой молодцы. Может, в ней будут потом огурцы. Старое платье тебе надоело, в мусор выбрасывать вовсе не дело. Кто-то, возможно, нуждается в нем, в этот контейнер его отнесем. Этот значок означает, друзья, вовсе выбрасывать это нельзя. Фен, телефон, батарейка, планшет, места в природе для этого нет. Ищем на карте мы пункты приема и помогаем друзьям и знакомым. Чистые реки, леса и поля, чистая наша планета Земля. Гонщица.
этом садике растут не цветы. В детском садике растем я и ты. Мы рисуем, режем, клеим, сколько мы всего умеем. Мы танцуем, мы поем и растем, растем, растем. Как цветочки, как цветочки, как цветочки быстро очень. Ночью садик отдыхает без нас, но немножечко скучает подчас. Завтра мы вернемся снова, мы играть всегда готовы. Так что, садик, не скучай, деткам двери открывай. Со скакалочкой поскачем, пам-парам. Сыграем в мячик, пам-парам. Громко песенку споем, ля-ля-ля. И, конечно, подрастем. Громко песенку споем и, конечно, подрастем. Как цветочки, быстро очень. Как цветочки, быстро очень. Нет побед без поражений, без ошибок нет свершений. Неудачи лишь на пользу, так сказал один мудрец. Кто боролся и сражался, кто пытался и старался, тот без всякого сомнения настоящий молодец. Все равно сильнее станешь, и умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Значит, проиграть не страшно? Проиграть бывает важно, чтоб расти и развиваться. Вот зачем нужна игра. Чему-то научился, от души повеселился. Даже если ты сегодня был в игре не лучше всех, проиграешь горя мало, начинай игру сначала. Знай, что ждут тебя открытия и большой-большой успех. Даже если проиграешь, все равно сильнее станешь, и умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Проиграть бывает важно, чтобы расти и развиваться. Вот зачем нужна игра. Даже если проиграешь, все равно сильнее станешь. И умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Проиграть совсем не страшно, иногда так даже важно. Подрастать и развиваться помогает нам игра. Станут пальчики ловчее, станут ножки чуть быстрее, и внимательнее глазки, и умнее голова. Нет побед без поражений, без ошибок нет свершений, и однажды ты услышишь столь приятные слова. Царевны Несмеяны и загадочные истории.
надо обложками. Только сколько ни стараюсь, ничего не понимаю. И не вижу в книжках ничегошеньки. Буквы, буквы, строчки, строчки, свой секрет откройте мне. Как хочу я оказаться в вашей сказочной стране. В вашей сказочной стране. Папа занят, мама тоже, почитать никто не может. Пройти дорога и волшебный. Конечно.